Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон, в 80-ю серию. Да, ребята, юбилейная серия, можно и так сказать. Перед тем, как приступим, дайте-ка я минуточку, вот так. Вот это все тут настроить, замечательно. А вот что мне еще нужно, это спринт. Вот. Замечательно. Ну что, ребята, в этой серии мы будем выкидывать людей, которые были в музее, но уже перестали комментировать. И скажу честно, их там очень дохрена. То есть большое количество людей перестало комментировать. И в этой серии мы будем много выкидывать, да? Плюс к тому, нам нужно будет прокачать наших покемонов. Вайлиплюм еще 3 уровня, потом Хитмонтопа, Винонато будем качать и всех по очереди. А сначала давайте вот это все выложим, что у нас тут есть, что мы можем выложить. Вот так, это сюда. А вот эти все ресурсы для нашей беседки. Кстати, ребят, смотрите, как я там беседку уже немного по-другому сделал. То есть, я не знаю. Тут сбоку, тут у нас как бы, знаете, начало озера, да, тут у нас озеро будет, я уже как бы начало поставил, и тут у нас тростничок. А вот такой еще вход сделал, еще с этого, с листвы, да, и вот я обтянул всю беседку вот этими табличками, да, ну, в принципе, выглядит более-менее нормально. Ну, вот такая у нас, ребята, табличка, беседка получилась, да. Ладно, так, там у нас еще есть алюминий, я вижу, он нам, в принципе, нафиг не нужен, поэтому давайте его сразу же отложим, вот сюда. Нам нужно 10 вещей, сколько тут у нас, 1, 2, 3, 4, 5, нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, давайте еще возьмем 6, 7, 8, 9, 10, пускай будет вот так. И я не знаю, ребята, давайте, знаете, что я просто хочу сразу вот это все туда положить. Ребята, извиняюсь, то, что без камеры, но связано это с тем, то, что в этой серии мы будем сталкиваться с музеем, а около музея очень большие лаги, и, к сожалению, я не хочу, чтобы... чтобы были большие задержки с камерой, в принципе, там хрень получается, если вот эти все большие задержки, поэтому... К сожалению, в этой серии без камеры. А где вот эти все, нахрен вещи, которые тут были? Тут у нас тоже же рамка была с значком, и тут рамка с значком. И как видите, это тоже, в принципе, как-то вылезло отсюда. Хрен его знает, с какого перепуга вот это вообще, вообще вылезло. Но ладно, не будем на этом сосредотачиваться, бред какой-то. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, пускай это будет тут, я просто посмотрю, если тут, да, есть большие уровни, 40-й. Кого мы там качали? Вайлиплюма. Ну давайте, ребята, одна Блисси пошла, первый пошел. Ух, 39-й уровень. Так, ладно, дальше по счету давайте, я не знаю, Старли прокачаем. Вторая Блисси. Ух, ща, ребята, куча уровней тут налетит. Это вторая Блисси, нужно запоминать. Вальплум еще один уровень остался, мы его потом, может, даже прокачаем на тех же бишарпах, чтобы не было рисковано то, что мы его сможем перекачать, да? И уже эволюция Старли, ребята. Это вторая Блисси, еще у нас 8 штук. В запасе, да, что мы можем убить. А в этой серии я не буду добавлять людей, потому что нужно хотя бы успеть всех людей убрать, которые вылетели из музея. А где-то в следующей серии или еще через следующий я буду добавлять новых людей в музей. Поэтому, ребята, те, кто давно комментируют и хотят попасть в музей, ожидайте, может даже вы попадете в музей в следующей серии. Фух, третья Блисси, ребята, пошла. Опять куча уровней. Так, третья. Ну, давайте четвертая. И уже Стараптор у нас вылазит, ребят. Ну, в принципе, это Шайни, да. Может, мы его еще успеем прокачать к определенному уровню. Да, это четвертая Блисси, еще 6 у нас есть. Ну, если наступит ночь, и, в принципе, мы успеем еще после музея, то, может даже еще пойдем на бишарпах, докачаем наших покемонов. Это четвертая Блисси. Ну давайте, еще Стараптору 4 уровня осталось.
Это пятая. Или шестая даже. Пятая, шестая. Ребят, вот это я иногда забываю, если честно. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Шесть близ, еще четыре у нас есть. Фу, ну давайте, Стараптор, я тебя прошу, не перекачайся. 39-й. Ну, лучше... Это седьмая Блисси, еще три Блисси. А, ну, лучше вот так оставим, потом пойдем на Бишарпах, один уровень не Старраптору и Вайлиплуму докачаем. Пускай будет вот так. Дальше у нас идет Роженролла. Бам, 31-й. О! Это седьмая Блисси, это восьмая... Ой. Это восьмая Блисси. Да, ребят, извиняюсь, если я иногда забываю, но может иногда я попутаю, знаете... То есть иногда я могу случайно перепутать, да, то есть плюс одну сказать, там, минус одну сказать. То есть, знаете, ошибиться, может, там на одну, на две Блисси, но это вроде восьмая Блисси по счету. То есть у нас есть еще две Блисси. Так. Так. Отлично. И потом вроде Гигалиф. Там вроде эволюция через трейд-машину, поэтому потом мы это все прокачаем самостоятельно, наверное. Так, ну что, еще две Блисси у нас, ребята, есть. Пока эволюционирует, я как раз списочек достану, где у нас... Вот, офигеть, тут людей реально, ребята, очень много людей, которых нужно выгнать с музея. Булдор. Ну что, давайте еще две Блисси. Быстренько, да? И топаем отсюда. Ну там вроде я говорю, ребята, там вроде эволюция еще через трейд-машину, поэтому, наверное, потом... Да ты издеваешься, не хочу я тебе выкидывать, что он вылезает. И потом, наверное, через трейд-машину, ребята, мы сами и прокачаем, как бы эволюционируем, но это будет чуть позже, потому что сейчас не хочу. Ну все, ребята, мы свой лимит Блисси исчерпали. У нас Вайлплюм 39, Старраптор 39 и Болдор 32 уровень. Фух. Ну что, ребята, топаем. Топаем наш музей. Смотри, бишейдеров это майн вообще или что? Это бишейдеров как-то не очень понятно, да? Ну, потопали, ребята. Реально, тут, ну больше, чем 10 человек. Наверное, даже больше, чем 10 человек. То есть 15 или 20. Сейчас посмотрим, кто у нас первый по счету вылетает. Ой, вот так. И берем вот это. Ну что, ребята, первый, вот. Вылетает. Давайте будем считать. Первый, Данил Ваищев, прощай, ты вылетел. Ты сам попросил тебя удалить, поэтому пока. Первый, дальше. Касуми, прощай, ты перестал комментировать. Второй. Сейчас, ребята, вы знаете, это все нужно еще записывать, кто вылетел. Второй. Третий, Денис, прощай. Херобрин, прощай. Четвертый. Так, этих я удаляю, этих. Этого я удаляю. Дальше кто у нас? Дальше. Сейчас, ребята, секундочку. Четвертый, да? Это пятый у нас будет. Чармандер. Прощай. Пятый. Кто у нас еще там вылетает? Крокодайл у нас вылетает. Шестой. Тут у нас вылетает? Нет, этот нет. Дальше, кто у нас по счету? Тедюрса, шестой, это у нас седьмой, походу, да, будет? Семь уже, ребята, то есть уже семь человек вылетело, уже. Вот. Семь человек. И, в принципе, даже есть те люди, которые, знаете, сейчас... 8 человек, то есть даже есть те люди, которые давным-давно уже комментировали, но почему-то перестали, и поэтому они как бы вылетают. 8 человек, да, 9 человек, то есть те люди, которые давно комментировали, они почему-то тоже перестали комментировать, и ну, сейчас вылетают. 10 человек, кто-то тут у нас еще есть? 10 человек. Нет, ребята, все, с первого этажа вылетело целых 10 человек. Всем спасибо тем, кто не вылетел. А если вы не вылетели, это значит, что вы дальше активно продолжаете поддерживать меня. И поэтому
вы остаетесь в музее, и можно сказать, вы до сих пор увековечены в этом музее, да? Можно и так сказать. Так, 10 человек. Кто у нас дальше вылетает? 11 человек. 12 человек. Ребята, сейчас мы счетчик будем вести, знаете. 12 человек. 13 человек. Сейчас, ребят, вы знаете, вот это иногда... пишу тут, точнее, удаляю тех, кто уже вылетел. 13 человек, да? 13 человек. 14 человек. 14 человек. 15 человек. Я надеюсь, я правильно считаю, и я надеюсь, что я не сбился еще до сих пор. Дальше. 16 человек. Офигеть, это, ребята, это новый мировой рекорд. 16 человек. Монферно. Да, у нас там еще Монферно вылетает. 17 человек. Сейчас, ребята, секундочку. 17. 18 человек. Охренеть просто. Дальше. 18 человек. 19 человек. Дальше. Янма. 20 человек. Охренеть, ребята. Идем на новый мировой рекорд. 21 человек. 22 человека. Охренеть просто. Так, 22 человека нужно запомнить. Дальше. 22 человека. 23 человека. 24. Ребят, это с ума сойти, сколько много людей вылетает, в принципе. Потому что они видят, да, что мы немного подзабыли про музей. И, как видно, они начали потихоньку уходить. 24 человека, ребят. Я надеюсь, я еще не ошибся до сих пор. 24. 25. То есть, если я там сбился на одного-двух человек, то это, в принципе, ничего такого страшного нету. 25. Тут вообще на пипинсера 26, 27, 28. С пипинсера все ушли, короче. 28 людей, ребята. Уже. Ну, в принципе, тут уже конец, поэтому больше, наверное, не будет. Да, ребята, больше людей не будет. То есть, все. Вылетели 28 человек с музея. В следующих сериях я добавлю новых людей, не знаю, сколько не буду говорить, что добавлю также там, знаете, 30 новых людей в музей, потому что сейчас с этой большей, с большей балансировкой в музее, то есть, знаете, не каждого добавлять, а добавлять действительно того, кто это заслуживает. Поэтому сейчас не каждый сюда попадает, а только, как я говорил раньше, избранные, да? То есть, если раньше в музей могли попасть практически все, то есть, все, что вам нужно было, это просто-напросто комментировать, вас добавляли в музей, и вы просто-напросто дожидались... То вы просто-напросто дожидались своей очереди... не идем как раз ночь, давайте на бишарпов. А то есть, знаете, вы просто-напросто дожидались своей очереди, и вас добавляли в музей. Если не было места, кого-то мы убирали, потому что он уже переставал комментировать, и добавляли тех, кто дальше у нас стоит в списке. А вот сейчас, ребята, не так, сейчас не так. Бишарп. Сейчас музей, можно сказать, действительно намного реже стал, потому что сейчас не каждый может попасть в музей, а если честно, то действительно в какой-то степени можно сказать, что в музей сейчас могут попасть только избранные, то есть только те, кто действительно активно комментирует, и уже знаете, даже не зависит от музея, то есть просто-напросто, если они комментируют, то не знают, что если они дальше будут продолжать комментировать, то они попадут в музей, и просто-напросто они дожидаются, потому что знают, что сейчас музей у нас не каждую серию, как было раньше, а есть свой предел, да, музея. Ребят, смотрите, мы уже двоих прокачали, давайте сейчас Болдора к 40-му, если успеем, да? Поэтому, ребята, сейчас музей намного реже. Я хочу сказать спасибо тем, кто не вылетел с музея. Можно сказать, если вы не вылетели с музея, то вы этого заслужили. И благодарность вам за то, что вы дальше продолжаете комментировать, несмотря на то, что мы скоротили, как это можно сказать,
скоротили серии, где мы разговариваем, где мы возвращаемся, где мы вообще что-то делаем в музее, да? Вот смотрите, вот эти два дерутся, вот эти два дерутся. Поэтому, ребята, спасибо вам большое. Как бы спасибо вам за то, что вы продолжаете комментировать, на то, несмотря на то, что мы не возвращаемся к музею каждую серию. И поэтому, можно сказать, вы увековечены в этом сезоне в музее, да? А те, кто вылетели, но что сказать? Значит, они были в музее только ради музея, да, чтобы засветиться, чтобы, например, показать, что вот, знаете, вот они в музее. А на самом деле, когда мы уже немного притихли о музее, то они порасходились, да, потому что уже как бы не светится ихнее имя вот там в музее. Ну, что делать? Такие люди тоже есть, которым наплевать на комментарии, на мнение, на других людей. Да ты что издеваешься? Ну я же полчаса за тобой охотился, а ты взял и напал на другого, паскуда. То есть, знаете, им наплевать на всех, им главное, чтобы ихнее имя где-то засветилось, чтобы они показали свое имя. Но, я говорю, ребята, разные люди бывают, поэтому давайте больше не будем об этом, как бы. Есть разные люди. Отдельным я хочу сказать спасибо, другим, не знаю, ничего не хочу сказать, потому что они уже просто-напросто ушли с музея и даже перестали комментировать. Можно сказать, даже, наверное, из-за этого немного лайки утихли, потому что они порасходились, да, можно и так сказать. Но все же, ребята, вы заметили, что у нас Лукари уже 86 уровень. Это охренеть, как много. То есть у нас даже Гроудоша там какой, 85 где-то. Булдора мы прокачали, дальше по счету у нас давайте Венуната, да. То есть пока ночь, почему бы не оправдать вот это, да. То есть когда есть возможность, почему бы это не оправдать. Не оправдать вот эту ночь, да. Что мы можем поохотиться на бишарпов. Набить себе железо, да, набить себе железо, набить алюминий, он нам так очень нужен, что прям с ума сойти. Так, ну ударь уже его, замечательно. Слип, вот так. А, я, если честно, не знаю, на каком уровне Венунат эволюционирует, но я надеюсь, он эволюционирует с помощью уровня, да, то есть, я помню, в предыдущих сериях там все с помощью уровня практически эволюционировали. А если честно, знаете, ребята, что я узнал? Что, прикиньте, убрали Эликида с этой версии. То есть Эликид больше не спавнится. Максимум, кого мы можем словить, это, наверное, электробаза. И потом его, как бы, с помощью трейд-машины той же, да? Ну, или самому эволюционировать в Электривайра. Я, если честно, не догоняю, почему они вот это убрали. Хрен его знает. Я, если честно, ребята, я не в курсе, да, многие меня просили, там, Легисон, займись разведением покемонов, да, то есть, займись вот этим, сделай себе там спаривальную машину и займись разведением покемонов. Ребята, я, если честно, не знаю, но может потом займусь, то есть, я сам научусь, как это делаю, потому что, если честно, я вот это сам не знаю. И потом, может, вам покажу. Но сейчас я пока что не вижу смысла. Но, ребята, если даже вот так взять, да, в общую сумму, зачем нам разводить покемонов в сезоне одиночном, в одиночной игре? Ну, разве что просто-напросто, чтобы научиться, и разве что, чтобы просто показать другим людям, да, как вот это делается. Вот это классно на сервере, да, то есть люди, если словили одного покемона, могут спаривать его с Дитто, получится какой-то там покемон, и они продадут его другим игрокам на сервере. А если, например, в одиночке, что нам с этим покемоном делать? То есть, если у нас будет два одинаковых покемона, что мы с ним будем делать? Смотреть на него, мол, ух, нихрена себе, смотрите, мы там спарили покемона, и у нас получился точно такой, и у нас два одинаковых покемона. Что мы с ними будем делать? Ничего, ребята. Поэтому я не знаю. Ну, я говорю, может потом попробуем, да. То есть я не говорю, что мы забудем про размножение, но может потом попробуем. Ребята, если было бы очень круто, если бы мы успели прокачать еще 3 уровня нашему Веномофу и выложить его потом в компьютер, потому что... Так, это у нас там кто? Кланг. Потому что сами видите то, что если бы мы его... Хотя он вроде в земле... А, нет, вот он. А если бы мы успели сейчас прокачать, было бы круто тем, что... Ну, давай, напади.
было бы круто тем, что мы бы выложили трех покемонов, целых трех покемонов в... О, он уже 40-й уровень. Ни хрена себе, ребята, мы его прокачали с помощью одного босса. А там кто? Еще один клан. Офигеть. Хотя, нет, не хочу уже, если честно. Давайте домой. Ребята, смотрим на резон. Мэджикарпа я не хочу, они быстрые, я не хочу за ними плавать там. Сейчас. Так. Ну что, знаете тогда, что сделаем? Давайте же сразу и Болдора эволюционируем. То есть... Он эволюционирует через трейд-машину, а через трейд-машину мы никак не сможем эволюционировать. Давайте запомним, 40-й уровень, да? Болдора удаляем. И как бы делаем его эволюцию. Поке... Гигалиф... Левел... А он шайни был? Нет, он не шайни был. 60% покедекса, ребята! Офигеть! Офигеть! Вот он наш Гигалиф. Сараптор, Гигалиф, Валиплум... Веномов. Ребята, мы четверых покемонов прокачали в одной серии, мы их сейчас выкладываем в наш компьютер. У нас, мало того, вылетело 28 людей с музея, мы прокачали четырех покемонов. И что я еще хотел сказать? И как бы мы берем новых покемонов, да? Кто у нас дальше по счету идет? Стараптор. Ну давайте, Стараптора выкладываем, берем... Янму, пускай будет. Выкладываем Гигалифа, берем Эмолгу, пускай будет. Валиплума вместо, ну как бы Старри вместо Валиплума и Веномов вместо Тра-та-тра-та-та-та-та, да. Фу, ну такая, знаете себе, команда, то есть Янма, Эмолга, Старри, Хитмонтоп, Тра-та-тра-та-тра-та-тра-та-та-та-та-та-та-та-та. А как эволюционирует Старри? Старри случайно не с помощью камня, то есть с помощью камня воды, вот. Больше там вроде никто не эволюционирует с помощью камня, да? А если честно, ребята, да, Лукарио Тащер, соглашусь с этим. А потому что многие мне говорили там, мол, возьми Лукарио, он будет тащить. Но я не верил, но оказалось, что он действительно, ребята, тащит. Можно и так сказать. Ну что, словим мы, точнее, как словим, прокачаем мы сейчас быстренько Старью. Даже не прокачаем, эволюционируем. И на этом можно уже, ребята, заканчивать. Фу, в следующей серии мы уже идем на охоту, то есть искать новых покемонов, ловить их и заодно прокачивать наших. Ну что, ребята, вот Старми. Новая команда, и давайте уже на этом заканчивать. Я надеюсь, серия вам понравилась. В принципе, ничего особенного тут не было. Мы просто-напросто выкинули людей, которые уже перестали комментировать. И, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.